Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить в комиссию документы о том, что за последние 5 лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за 5-летний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, в семинарах, в вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации Сирано и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16:00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16:30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает вам выстроить вектор профессионального развития на ближайший 5-летний период. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18:00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18:30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19:30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров». Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии и детской хирургии. В 20:00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. Уважаемые коллеги, добрый день! Российская медицинская академия непрерывное профессиональное образование – это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования. Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года. В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование. И эта непрерывность вполне естественно для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями. Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами, и образовательные мероприятия,
которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей Академии. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем наши встречи с детскими хирургами. Сегодня у нас в гостях детский хирург научно-исследовательского института детской неотложной хирургии и травматологии Александр Львович Горелик. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о клинических случаях, да? Клинических случаях кровь в стуле. Да. Вам слово. Спасибо, Александр Львович. Добрый день, уважаемая аудитория. Нам бы хотелось представить несколько наблюдений, которые, скажем, выбиваются из общего правила или каких-то стандартных ситуаций. Для большинства педиатров, гастроэнтерологов и хирургов все равно приходится сталкиваться с явлениями желудочно-кишечных кровотечений. Существуют хорошие таблицы, в которых указаны самые распространенные причины этих кровотечений в зависимости от возраста, в зависимости от того, чем они вызваны. Тем не менее, если вот как-то суммировать наиболее частые причины, почему у ребенка может возникнуть желудочно-кишечное кровотечение, и с чем мы можем столкнуться на участке, в первичном звене, дома, по скорой помощи, это анальные трещины у маленьких детей или у детей на фоне задержки стула, это язвенная болезнь гастродуоденит-эзофагит на фоне вот такой чисто гастроэнтерологической патологии, это кровотечение при наличии у ребенка дивертикулы Меккеля, наличие пищевых аллергий, воспалительных заболеваний кишечника, болезнь Крона в том числе, и из-за полипов кишечника. Вот, дивертикул Меккеля, чуть-чуть напомните врачам. Значит, дивертикул Меккеля – это участок кишки, который очень похож на аппендикс. Тоже вырост. Это эмбриональная структура, не облитерированная. Выполняла связь кишечника ребенка во время внутриутробного развития с организмом матери. И вот бывают ситуации, когда он полностью не облитерируется, а в виде отростка остается. А сложность... он у младенцев только диагностируется? Нет, если он есть, да, он может быть диагностирован в любом возрасте. Особенностью и отличием, например, вот дивертикулы Меккеля от аппендикса тем, что заключается в том, что его внутренняя выстилка представлена слоем эпителия, очень похожего на эпителий желудка. Но этот эпителий находится совершенно в несвойственном для этого эпителия месте. Поэтому очень часто там происходит кровотечение. И, как правило, у ребенка манифестация вот каких-то проблем с дивертикулом Меккеля – это появление кровотечения. Обильного, массивного кровотечения из примочки, из ануса. Сразу вопрос такой. В вашей практике сколько раз такое встречалось? Четыре. Это да. Реально. Да. Ну, не часто, но реально. Да, это бывает. Более того, так же, как и так же, как и аппендикс, он может воспалиться. Может быть, мы можем его найти на лапароскопии, когда мы идем на острый аппендицит, смотрим, отросток не изменен. Но по правилам хирургии, если мы не находим причину в области червеобразного отростка, и даже если находим причину в области червеобразного отростка, мы обязательно делаем ревизию брюшной полости. И вот при ревизии мы можем где-то на расстоянии 30-40 сантиметров от ильоцекального угла найти тот самый дивертикул Меккеля. Если мы его находим, но не изменен, а мы зашли в брюшную полость совершенно по другим причинам, мы обязаны его убрать. Это тактика, которая принята в нашем институте. Потому что действительно оставлять в брюшной полости орган, который может или закровить, или воспалиться, нет никакого смысла. Его нужно убрать, чтобы таким образом обезопасить ребенка в будущем от этих проблем. Это лишняя деталь в организме. Абсолютно. Абсолютно. Да, и вот те причины, о которых я говорил, те причины кровотечений, они, в общем-то, диагностируются весьма банальными и стандартными процедурами. Осмотр, анамнез, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ брюшной полости, для дивертикулы Меккеля лапароскопия. И, как правило, вот все эти причины, про которые мы сейчас проговорили, они будут диагностированы вот с помощью вот этих методик. Нам бы хотелось доложить несколько случаев, когда этого оказалось недостаточно. Значит, первый ребенок
Он поступил к нам в возрасте 11 лет. Известно, что на первом году жизни ему была удалена киста передней брюшной стенки по дистологии, которая оказалась гемангиомой. В возрасте 3 лет ему выполнено иссечение гемангиомы левой пяточной области, после чего, в общем-то, его ничего не беспокоило до возраста 9 лет. В 9 лет он начал жаловаться на повышенную утомляемость, бледность кожных покровов. В анализе крови были выявлены изменения в виде появления анемии с снижением гемоглобина. Ребенок был обследован по месту жительства. Выполнен вот тот самый комплекс исследований, про который я говорил. Гастроскопия, колоноскопия. Выполнялась дополнительная МРТ брюшной полости. Но, тем не менее, вот никаких источников кровотечения у ребенка не было выявлено. Но, тем не менее, признаки анемии сохранялись. Ребенок был обследован у гематолога. Была снята онкогематологическая патология. Ребенок получал препараты железа, которые имели очень непродолжительный эффект. Он получал препараты железа, поднимал гемоглобин, а после происходило опять снижение. Получал несколько гемотрансфузий в связи с развитием тяжелой анемии, максимальное падение гемоглобина до 42. Ого. Да, получал, соответственно, находился в реанимации, получал гемотрансфузию. Дополнительно была обследована генетика. И вот у этого ребенка еще, помимо всего прочего, была найдена такая нечастая патология, называется ИРИДА. Железорезистентная, железодефицитная анемия. То есть ему дополнительно нужно было получать препараты железа исключительно в виде парентерального введения, чтобы также поднять гемоглобин. К нам ребенок этот был доставлен для выполнения видеокапсульного исследования. Мы его выполнили, и в просвете кишки мы увидели вот такое образование. В целом, это образование сразу бросалось в глаза, потому что оно перекрывало просвет примерно на 2/3. Было похоже на некий сосудистый, там был виден некий сосудистый компонент. Дополнительно мы ребенку сделали компьютерную томографию с трехфазным контрастированием. Никаких дополнительных образований вот под данным КТ мы у ребенка не выявили. После чего мы сделали прямую ангиографию. Вот хорошо, здесь видны сосуды брюшной полости. И мы видим, что в какой-то момент больше венозную фазу вот здесь начинает накапливать контраст. В виде такого озерца происходит накопление контраста. Таким образом, у нас были данные видеокапсульного обследования и данные ангиографии, на котором мы заподозрили наличие у ребенка кавернозной гемангиомы подвздошной кишки. Мы выполнили ребенку лапароскопию. На наше счастье, эта кавернозная гемангиома прорастала практически через всю стенку кишки и очень хорошо была видна на лапароскопии. Вот в данный момент на экране видно, что вот это сосудистое образование в толще кишки очень хорошо видно при лапароскопии. Мы понимали, что оно небольшого размера, поэтому мы решили сделать следующую вещь. Мы решили сделать удаление этого образования через микродоступ. То есть мы в области почечного кольца немножко расширили доступ, вытащили вот этот фрагмент кишки, несущий гемангиому, вскрыли, увидели действительно, что это сосудистое образование в просвете кишки, выполнили его удаление, зашили кишку, удалили часть кишки, несущую вот это образование, наложили анастомоз. И вот обратите внимание, вид ребенка после операции, несмотря на этот объем, да, у нас 2-сантиметровый доступ в области пупка и 2 доступа после лапароскопии. Гистология подтвердила наш предположительный диагноз, что это гемангиома. И для справки нужно сказать, что это действительно нечастая сосудистая патология на ЖКТ. Могут быть они единичными или множественными. Если мы выявляем такие образования в просвете кишки, лучше сделать дополнительные исследования, которые мы сделали, да, в виде компьютерной томографии и ангиографии, чтобы исключить другие локализации. Ну и вот существует 2 основных типа. Мы встретились именно с кавернозным типом. По локализации, как правило, это или тонкая кишка, или толстая кишка. В пищеводе и в желудке они встречаются крайне редко. Второй ребенок поступил нам в возрасте 7 лет. У него также был длительный анамнез, когда в течение нескольких лет он обращался по месту жительства и в поликлинике, и в стационары с клиникой снижения гемоглобина на фоне какого-то желудочно-кишечного кровотечения. В стуле была выявлена скрытая кровь. Ребенку выполнялась гастроскопия, колоноскопия, даже лапароскопия на предмет дивертикулы Меккеля. Был выявлен дивертикул Меккеля, он был удален. Тем не менее, после всех
этих манипуляций у ребенка продолжались признаки кишечного кровотечения с потерей гемоглобина максимально до 57. Ребенок получал множественные гемотрансфузии, совершенно точно обследовался также у гастроэнтерологов, у онкогематологов, у гематологов, у генетиков. Но, тем не менее, вот попал к нам в какой-то момент со снижением гемоглобина ниже 60. На обзорной рентгенографии мы увидели, что в брюшной полости у ребенка есть некая измененная кишка. Мы видим вот расширенный фрагмент, частично заполненный жидкостью. Понятное дело, что на рентгенографии мы еще не знали, что это за отдел кишки, но тем не менее патологию какую-то мы выявили и начали ребенка обследовать. Выполнили также видеокапсульное исследование, на котором в какой-то момент капсула попала в расширенную увеличенную петлю. В принципе, эта петля выглядела вполне нормально, там мы не увидели каких-то причин кишечного кровотечения в виде язв и эрозии, но тем не менее вот мы увидели достаточно протяженный, измененный фрагмент кишки, что заставило нас исследовать дальше. Дополнительно мы ребенка опять-таки проконсультировали у гематологов и у гастроэнтерологов, чтобы исключить воспалительные заболевания кишечника и какое-то онкогематологическое заболевание. Выполнили рентген-контрастное исследование. Видно, что вот переход из желудка в 12-перстную кишку не нарушен, пассаж хороший. Через 30 минут у нас контраст заполнен некую петлю тонкой кишки, но при этом хороший пассаж сохранен, да, и толстая кишка через 4 часа на видение контраста у нас полностью контрастируется. Таким образом, мы знали, что у нас есть некий участок тонкой кишки, патологически измененный. Да? Мы предполагали, что это может быть дивертикул или удвоение тонкой кишки. Мы выполнили ребенку лапароскопию. Вот если совсем коротко, то мы увидели большое количество эмбриональных спайк. Ревизия брюшной полости крайне была затруднена. И в какой-то момент мы просто увидели вот расширенную, увеличенную петлю тонкой кишки, атоничную, с истонченной стенкой. И мы решили отказаться в данный момент от какого-то продолжения лапароскопического этапа. Мы решили перейти на лапаротомию. На лапаротомии мы увидели вот такой тонкостенный, похоже, тонкостенный мешок. Здесь хорошо видно приводящая часть кишки, отводящая часть кишки, а между ними вот что-то явно очень сильно патологически измененное. Мы выполнили резекцию этого измененного участка, наложили анастомоз, восстановили целостность кишечной трубки. Вот как выглядел макропрепарат. Мы увидели, что есть два просвета. Один тонкий, практически не функционирующий, второй вот этот расширенный и увеличенный. И на разрезе мы увидели огромную, где-то до 3 сантиметров в размерах язву, которая, в общем-то, являлась у ребенка источником вот этих рецидивирующих кровотечений. Это, получается, какой отдел кишки? Подвздошная кишка. Подвздошная кишка. Да. Язва в подвздошном отделе кишки. Да. А там был эпителий... Нормально. Это измененная сама по себе кишка, да? То есть это вот действительно удвоение. Мы видим вот один ход, второй ход, да? Вот это патологическая часть кишки. В патологической части мы нарушим пассаж. Понятно. А вот вы говорили, что там было много спаек. Может быть, это было вот такое образование, связанное с тем, что, ну, грубо говоря, какая-то спайка перекрыла нормальный ток? И... Думаю, что нет. Во-первых, потому что мы действительно вводили вот контрастное вещество, но увидели, что пассаж абсолютно ребенка нормальный. И проблем со стулом у него. То есть это особенность развития. Он таким родился, грубо говоря. Это порог развития. Порог развития. Совершенно верно. Это порог развития тонкой кишки. Неполное удвоение подвздошной кишки, язвенный элит, да, если назвать диагноз полностью. И вот эта язва являлась источником вот этих рецидивирующих кровотечений. Редкое заболевание, один случай на 100 тысяч. Нету каких-то специфических проявлений и какого-то специфического анамнеза. По локализации то же самое, как правило, это тонкая кишка, вдвое реже толстая кишка. Другие локализации встречаются редко. Знаете, мы вот тут вообще, когда эти все передачи делаем для врачей, да, еще хочется объяснить такую вещь, которую, ну, собственно, все такие корифеи медицины всегда говорили, что диагноз, постановка диагноза, она должна лежать, ну, в основе лечения любого заболевания. Вот что бы мы ни брали, хирургию, педиатрию, неонатологию, абсолютно любые как бы узкие специальности.
И здесь, смотрите, логическая цепочка. И у одного, и у второго ребенка сниженный гемоглобин. Явно признаки анемии. Начинают лечить, предполагают, что это железодефицитная анемия, начинают лечить, причем с разным успехом. Но леча терапевтическими методами все-таки анемию, ситуация не улучшается. Да? И предположить просто логически это самое, что ребенок постоянно в каком, где-то кровит, да, где-то он теряет. Где-то это надо искать. И то, что вы вот этот диагностический поиск довели до конца, собственно, ну, это же в других институтах все вот эти другие исследования, да, провели. Вроде стандартные провели, нету. Не надо успокаиваться, да. Вот, то есть главный вывод вот из всего из этого, что успокаиваться нельзя. Если по логике вещей мы понимаем, что эти такие дети теряют кровь, но в каких местах, непонятно, да. Диагностический поиск нужно продолжать, менять методы диагностики, менять это самое, и все-таки находить вот этот источник. И, как мы видим, бывает, ну, это действительно казуистическая редкость, да, чтобы вот такое было. Но главное не останавливаться, и тогда, да, я так понимаю, что оба этих ребенка себя уже нормально чувствуют. Да, мы всех их наблюдаем в течение многих лет, проблем с потерей гемоглобина более не было. Нужно помнить о том, что когда мы делаем гастроскопию, колоноскопию, мы не осматриваем весь кишечник. У нас есть огромная протяженность, которую мы называем мертвой зоной. Да? Мы не видим ни на гастроскопии, ни на колоноскопии. Единственный способ посмотреть, да, это сделать видеокапсульное исследование. И вот два вот этих наблюдения, они, собственно говоря, вот довели нас до конца, потому что мы выполнили именно эти два исследования. Можно я еще задам вопрос? Ну, сейчас все платное. Это индивидуальная видеокапсула. Мы вот как раз с завотделением по эндоскопии это обсуждали. Сколько стоит? Как это? Или это делается в рамках страховки? Просто не, вот... Это не входит в ОМС. Так. Да? Мы находим вот какие-то пути так, чтобы для родителей это, как правило, было бесплатным. Да? И я, честно говоря, не знаю, какие. Честно отвечу. Я знаю, что по цене капсула стоит около 30 тысяч рублей. А, ну 30 тысяч, да, хоть как-то... То есть, понятное дело, что есть обследование, исследование, расшифровка, да, все это делаем бесплатно. Вот сама по себе капсулка, да, иногда родителям приходится покупать. Ну, все равно, это, во всяком случае, это какие-то конкретные цифры, чтобы люди знали, на что шли, но жизнь ребенка стоит дороже, в конце концов, это понятно. Да. И третий случай, тоже у ребенка совсем маленький, 3 года, но практически со второго месяца жизни... Те же самые проблемы, снижение гемоглобина. Обследованием ребенок был полностью. То есть, вот, ну, кроме того самого видеокапсульного исследования, все то же самое. Гастроскопия, колоноскопия, стентиграфия, КТ и МРТ брюшной полости, лапароскопия для исключения дивертикулы Меккеля. Источник кровотечения выявлен не было. Но, тем не менее, у ребенка стул с кровью, при том, что здесь были несколько эпизодов именно появления дегтеобразного стула, не только скрытая кровь. Максимальное падение гемоглобина за год 67, также отделение реанимации, гемотрансфузия. И точно так же ребенок поступил к нам на выполнение видеокапсульного обследования. У нашего специалиста, заведующий отделением эндоскопии, возникли подозрения на источник кровотечения, на его локализацию еще в момент погружения капсулы. Когда она ставила капсулу, она обратила внимание, что в 12-перстной кишке есть алая кровь. Очень внимательно осматривала все отделы 12-перстной кишки, и в какой-то момент все-таки показалось, что верхняя стенка, максимально сложно обозримая при исследовании, она имеет некий другой вид. Сейчас хорошо видно, такая вот как бы неровность или пупырчатость, да, вот такой верхней стенки и в области фатерового сосочка. Существуют различные методики и режимы, в которых у нас эндоскописты смотрят. Вот при изменении режима мы хорошо видим вот эти сосуды, которые в складке на верхней стенке, да, сильно отличают стенку 12-перстной кишки от всех прочих отделов. И в тот момент мы заподозрили, что проблема именно здесь. И вот здесь даже мы сейчас видели такое достаточно активное капиллярное кровотечение в области фатерового сосочка. Была взята биопсия, но на биопсии, в общем-то, никаких специфических изменений мы не нашли. Да? Обширное кровоизлияние, все, что нам смогли дать гистологи. Мы выполняли ребенку МРТ в области 12-перстной кишки и поджелудочной железы.
На МРТ мы тоже какой-то явной патологии не обнаружили. Мы выполнили ребенку прямую ангиографию, и вот здесь увидели целый клубок в области проекции 12-перстной кишки и головки поджелудочной железы. Мы увидели расширенную гипертрофированную желудочную 12-перстную артерию, которая являлась источником такого гиперваскулярного образования. Это хорошо было видно и артериальную, и венозную фазу. В общем, явно, что проблема была где-то здесь. Причем, что вот изначально, когда мы рассматривали все эти данные, у нас было ощущение, что, может быть, это стенка 12-перстной кишки. Нет, ангиография, в общем-то, нам лишний раз помогла и сказала, что это головка поджелудочной железы. Это также подтвердилось по данным компьютерной томографии с внутривенным контрастированием. Мы видим, что вот этот клубочек сосудистый, это тоже головка поджелудочной железы, которая, по сути, представляет из себя очень плотную, насыщенную сосудистую сеть. Исходя из этих обследований, ребенку был поставлен диагноз сосудистой амальформации головки поджелудочной железы, рецидивирующее кишечное кровотечение. Область крайне деликатная, да, и требует очень высокоспециализированной помощи. Мы этого ребенка перевели в больницу, в клинику Святого Владимира, где ему была выполнена лапароскопическая панкреатоденэктомия. Мы проследили и находимся в контакте с мамой этого ребенка. В общем, сейчас уже прошло более года после операции, рецидивирующих кровотечений нет, и каких-то других осложнений у ребенка тоже нет. А что это было за образование? Ну, если говорить простым языком, раньше бы это назвали гемангиома, да, правильно называть, что это сосудистая мальформация. То есть это патологическая сосудистая сеть головки поджелудочной железы. Но это тоже врожденное. Это тоже врожденное. Вот здесь в данном случае даже не интересно обращать на себя внимание. Если я не ошибаюсь, наш заведующий отделение эндоскопии была четвертым доктором, который делал ребенку эксофагогастродуоденоскопию. Да? Только ей удалось рассмотреть вот эту верхнюю стенку. То есть это тоже говорит о том, что специализированное учреждение с опытным доктором, да, помогло. Ну, конечно. Да, максимально четко поставить диагноз и заподозрить диагноз, исходя из того, что у нас было в наличии. Вот, в общем-то, те наши клинические наблюдения, которые заставили нас сломать голову за последние несколько лет по поводу кровотечения. Александр Львович, спасибо вам огромное. На самом деле врачебный опыт – это самое ценное, что вот у врача в жизни, то, что вы им поделились, то, что другие тоже могут делать свои какие-то, ставить диагнозы, опираясь уже на ваш клинический опыт. Большое вам за это спасибо. И я думаю, что вы еще к нам придете. С удовольствием и спасибо за возможность все это рассказать. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.